Я Дарья, студентка второго курса Северодонецкого профессионального лицея. Я приехала из города Луганска. За вот это вот время Луганск стал совсем другим городом. Мы патриоты Украины, и поэтому мы решили, что мы будем жить на Украине. Когда я первый раз попала в город Северодонецк, я не знала ни города, ни местности, нигде, что находится. Мы просто проезжали по красивому городу, и вот как-то привлек внимание вот этот вот лицей, я думала, куда поступать. И мы зашли и сразу отдали документы. Вот получилось так, что вот все в один момент, и, наверное, это судьба. Я будущий парикмахер, модельер, визажист, стилист. И можно сказать, что эта профессия со мной была, в принципе, с самого детства. В Украине прекрасные места для обучения, есть прекрасные институты, прекрасные лицеи. Даже наш лицей, он не остается без поддержки государства, то есть, ну, мы не остаемся одни. В Украине отличное образование. Не нужно ничего бояться, все люди тут очень приветливые, учителя просто прекрасные, отношения отличные, поэтому welcome to Ukraine!